Я прикинулся перфекционистом и решил поменять эти гайки. Обычные цинкованные гайки. Единственное, что я использую здесь гайки чуть поуже, чем обычные. Такой же DIN стандарт, единственное, что они поуже. И вот эти цинкованные гайки я поменяю на медненые. Вот такие вот. Проект переднеприводного мотоцикла-заправщика достиг финишной прямой. С разработкой, изготовлением и небольшими предварительными испытаниями удалось уложиться в необходимые сроки. И к выставке машина будет готова. Остались лишь относительные мелочи. Например, обычные цинкованные гайки поменять на медненые, черные на хромированные. Естественно, соблюдая предельную аккуратность, чтобы не повредить свежеокрашенные поверхности. Кстати, в отделке машины использованы два основных цвета. Это золотистый металлик из ямаховского каталога, который мне намешал Мишаня из малярки автоцентра «Пежо», и петроль синий. Цвет, образованный в результате смешивания различных порошковых ингредиентов на окрасочной линии базового промышленного предприятия, где я смог воспользоваться опытом и знаниями профессионального маляра и специалиста Димы. Наклейки были изготовлены в сотрудничестве со специалистом по рекламе Вадимом здесь, в Нарве, и на его удивительном оборудовании. Гладкой, блестящей поверхности они приклеиваются исключительно надежно. Размещение наклеек на мотоцикле было продумано, конечно, заранее. Кроме того, при помощи наклеек можно какую-то линию усилить, какую-то подчеркнуть, а бывает, что и скрыть какой-нибудь небольшой дефект. Присутствует еще в палитре и черный цвет, в частности, руль, в конце концов, был выкрашен в черный. Здесь, честно говоря, я воспользовался советом гениального Леонардо да Винчи, который говорил, что тень укрепляет форму. Сейчас задним числом могу сказать, что черного могло бы быть и больше. Леонардо был прав. В процессе постройки возникает такой момент, когда принципиально ни добавить, ни убавить уже ничего невозможно. Это как компромисс между замыслом, твоими возможностями и мастерством на тот момент. Ну и еще состоянием твоей талантливости. Честно говоря, модернистом я едва ли могу себя назвать. Мне по старинке приятно, когда форма и содержание существуют в гармонии. Кроме того, присутствие прошлого, настоящего и будущего в том, над чем ты работаешь, также очень важно. Есть вопросы, например, касающиеся нашего будущего, на которые уже сейчас есть ответы. Только они закодированы в образах, создать которые способно только искусство. Интересно, что порой бывает так, что рождение какого-то проекта предваряет рождение слова. Перебирая и перемешивая всевозможные слова, понятия, образы, в конечном счете возникает то, на что ты готов потратить свое время и деньги. Существуют, конечно, и другие методики и подходы. Еще в советское время мне довелось попасть на двухнедельные курсы по вопросам научно-технического творчества, изобретательства. А в Финляндии подобное обучение заняло уже целых 9 месяцев. Ну и вопросы там рассматривались уже иные. В программу были включены темы, касающиеся поиска, финансирования, патентной защиты, внедрения. Кроме того, самообразованием нужно заниматься постоянно или всю жизнь.
На последнем этапе работы приходится особое внимание уделять мелочам. А правильнее было бы сказать, что их вообще не существует. Тем не менее, образ машины в целом никогда не должен исчезать из поля воображения. Глядя на то, как дотошно я отношусь к этой работе, может сложиться впечатление, мол, что это у парня в крови. Однако, это не так. Скорее, совсем наоборот. Просто стремление к актуализации, к совершенству сильнее врожденных тенденций нервной системы. Система сильнее характера. Мотоцикл. Заправщик. На испытаниях машины произошел неприятный инцидент, то есть возникла неисправность, которая повлекла за собой прекращение движения. Это самый худший вид неисправности. Ну вот, это вот у меня было тюнингованное такое, муфта центробежная. Так вот, колодки вот эти грузики, они были в ней алюминиевые, я подумал, для экономии веса, это круто. Все-таки вращающаяся деталь, большую скорость вращается. Вот они вот расплавились все буквально. Буквально все расплавилось все. И алюминий размазался по барабану страшным образом. Его из этих отверстий еще раскидало парами. В общем, ехал на мотоцикле, и в лицо летели брызги расплавленного алюминия. Это было круто. Ну, в конце концов, пришлось вызывать эвакуатор. However, not later than 30 minutes after the doors are closed. Thank you for your
принципе, конечно, такая машина с современным, мощным, легким кроссовым мотоциклом едва ли может конкурировать. Даже зимой кроссовый мотоцикл на хорошей шипованной резине имеет преимущество, безусловно. Ну, если эндуро, так вообще и универсальный. Ну вот. Такая резина, она как бы, она не режет неглубокий снег, она не проваливается, улучшая как бы устойчивость прямолинейного движения, движения траектории. Она просто плавает. Она не проваливается, она плавает. И при подаче газа как бы перед начинает жутко носить, таскать. Тяжело держать равновесие, особенно когда скорость велика. По свежевыпавшему снегу мягкому идет прекрасно. А вот сейчас вот. Летом прекрасно, по асфальту прекрасно передний привод себя ведет. Практически не чувствуешь, что это передний, что это. Машина передний приводная. Прекрасно ходится. Что в траектории, что. Гусь стоит замечательно. Вот. То есть особого разочарования я не испытываю, но есть, конечно, места, которые. Абсолютно техники не существует в природе. У всех есть свои сильные, свои слабые стороны. Но, по крайней мере, кататься на этой машине очень прикольно. Очень прикольно. Не жалею, что построил, чтобы ощутить передний привод. Ну и в заключение хочу пожелать всем самодеятельным конструкторам, которые за свои деньги, за свой интерес что-то там изобретают и разрабатывают. Хочу пожелать им успехов и удачи.